Вчера в магазине «Шиншилка» мы купили клетку для мелких грызунов. Производитель «Природа». Клетка называется «Нюра». Ее размер этой клетки 44 сантиметра ширина, 27 глубина, 59 сантиметров высота. Вот такая вот клеточка. Очень симпатичная, очень красивая. Она имеет 3 яруса металлических, 3 металлических клеточки. Она также укомплектована вот таким симпатичным домиком. Вот. У нас в этой клеточке будут жить джунгарики. Все остальное, то, что находится с клеточкой, это все приобретено, так сказать, вне комплекта с этой клеткой. Клетка имеет выдвижной поддон для чистки, что тоже очень удобно. Значит, у нее две открывающихся дверцы впереди и вот сверху мы имеем вот такой вот. Джунгарикам мы, правда, поставили колеса, они очень хорошо в них катаются. Им очень нравится, они живут активно, площадь большая в этой клеточке. Используем вот такой вот наполнитель для грызунов. О нем я расскажу в другом видео. Вот такие вот кормушечки не совсем есть для грызунов, им нравятся они, в них кушают. Вот очень симпатичная клеточка, очень яркая она бывает, очень такая вот с дверцами яркими бывает. У нас попалась такая белая. Выглядит очень симпатично, очень нарядно. Вот наши хомячки уже почти сутки находятся в этой клетке. Значит, они ее быстренько обжили, и им очень нравится эта клетка. Вот такая вот большая клеточка. Вот, посмотрите, вот так она выглядит, эта клеточка. Единственный вот вопрос у нас, не будут ли наши джунгарики сквозь вот такие вот решетки убегать. Все остальное нам очень нравится, мы в восторге от покупки.